Продолжение наших мероприятий, посвященных 45-летию основания музея. Сегодня мы снова представляем публике нашу коллекцию работ. Правда, опять не получилось все абсолютно здесь. Площади помещений наших не позволяют показать все. Но благо основная часть коллекции в экспозиции. Работа нашей удивительной совершенно уральской художницы, художника-графика и книжника, мастера гобелена Нины Павловны Казанцевой. Она сейчас живет в Петербурге, и вот она сейчас там, вот я вижу, там устраивается перед компьютером, должна видеть нас и слышать нас. Вот. Нина Павловна, приветствуем вас. Полуглухая, не слышит. Вот. И в итоге, так сказать, предлагаю ваше внимание эту выставку, которая удивительна совершенно. Здесь ее и книжная ее графика еще 70-х годов, и ее эскизы к декоративным работам, к оформлениям, допустим, интерьеров детских садов. Здесь ее три гобелена, один по работе Казанцева, другой, так сказать, по Жутовскому, по знаменитой «Танцует моя Плесецкая» из цикла целого, и один по работе Виталия Воловича и так далее. Ну, а ее, значит, «Алиса в стране чудес», книжка, вернее, иллюстрации, представили даже у нас, так сказать, в двух вариантах. Сначала здесь и карандашные эскизы самой, допустим, внизу висит карандашик, вверху висит афорт, который сделан уже по этому карандашу. То есть вы можете сравнить, что такое афорт и что такое, так сказать, непосредственно живое исполнение в карандаше и так далее. Вот такие вот нюансы. Ну, а сейчас я слово предоставляю Маргарите Геннадьевне Пашковой, которая писала вступительную статью и аннотацию и так далее. И статью поместили сейчас уже там, я знаю, сын выпустил книгу, они не вполне, она буквально вот 15 или 16 числа будет презентована, толстенькая книжка будет презентована в Екатеринбурге, вот в галерее, как она там называется, забыл галерею название. Вот. И, значит, это самое. Там все ее работы будут опубликованы. Ну, а Маргарита писала статью к этой книжке. Хорошо. Спасибо. Ну, я в первую очередь хочу приветствовать Нину Павловну и поздравить ее с этим событием, с открытием выставки, которая посвящена ее юбилею. И от имени, я думаю, всех сотрудников и жителей города Ирбита, которые являются постоянными посетителями нашего музея, выразить восхищением творчеством вот Нины Павловны Казанцевой, замечательной уральской художницы. Ну и, конечно, когда работаешь со статьей, то пересматриваешь всю коллекцию художника, которая есть в музее. И вот говоря о Нине Павловне, просто я хочу еще раз тоже сказать о том, что когда я сначала я рассмотрела ее работы, когда готовила материал, но это пока у нас еще не осуществленный проект, это книжная графика Урала. И вот когда я первый раз увидела ее работы, и вот к «Алисе в стране чудес», и к «Дюймовочке», вот я была восхищена тем, что я вижу то, что рождалось под ее руками, и вот просто фактура вот этих работ, она просто меня очаровала. То есть никакая типографская технология, она не передаст всей вот этой прелести. И поэтому вот то, что мы работаем в музее, то, что мы имеем возможность прикоснуться к работам художников, и вот Нины Павловны в частности, я думаю, что это счастье нашей жизни. Потому что в книгах вот все равно вот эта прелесть работы художника, вот как бы чувство и рука, вот ощущение вот этого, оно все равно теряется. А вот вы, когда приходите в музей, вы то же самое видите. Вот поэтому, конечно, это просто очаровательно. Ну и, конечно, я вижу здесь тех, кто, я думаю, что был на нашей выставке уже и в синем зале, то есть многие работы или, ну, большинство работ, они там экспонировались. Но я думаю, что все равно вам эта встреча, она и в 10-й, и в 20-й раз будет приятно, потому что мы-то на выставке видим все это каждый день. И тем не менее мы ходим и восхищаемся, восхищаемся, восхищаемся. А когда еще раздеваем работы, вот тут мы восхищаемся еще вдвойне, когда без стекла их смотрим, когда без паспорту их смотрим, когда вот эти и оборванные уголочки видим, и все остальное. То есть это замечательно просто. Не
слышно. Микрофон далеко, поэтому вы не слышите. Не слышит Нина Павловна, да? Итак, я просто хочу добавить, что эту выставку мы сделали в преддверии буквально 15 числа, Непал исполняется уже 80 лет. Дай Бог ей доброго здоровья, дай Бог ей, так сказать, еще долго, много-много лет. И дай Бог ей еще новых работ, если она сможет что-то сделать. И так далее. И, может быть, снова приехать на Норал однажды. Обязательно. Я это не исключаю. Здравствуйте, здравствуйте, Каролина. Здравствуйте. Ну вот, кто желает что-то сказать, может быть, Рита, подходи. Рита, подойди сюда. Нина Павловна, вот сейчас автор той статьи, в которой вас вознесли, так сказать, до небес. Я особенно благодарю за теплые слова и очень мне понравилась и первая статья про Казанцева, и вторая. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам успехов, и много-много интересных еще встреч. Спасибо большое. Спасибо. Ну и по поводу слов Валерия Андреевича, а насчет того, что вас вознесли, я с этим просто категорически не согласна. То есть это то, что вы создали, и это ну, вот самая искренняя оценка того, что вы создали. Поэтому там никаких привлечений нет абсолютно, и вы это прекрасно понимаете тоже. Спасибо вам за ваше творчество. Спасибо. И самое главное – здоровье вам, Нина Павловна. Самое главное – здоровье. Если кто-то из публики желает что-то сказать Нине Павловне, ради Бога, пожалуйста, пока она на связи. Подходите, можете прямо сказать ей что-то. Поблагодарить ее. Может, нет, Сана, может быть, вы что-то. Вы у нас хорошо умеете говорить. Кто желает еще что-то сказать? Нина Павловна от всех Казанцевой города Ирбита. Поздравляем вас с наступающим праздником, юбилеем. Дорогой, спасибо. Вас тоже поздравляю с весной. Сегодня 10 февраля, особенный день. Да, день Пушкина. День Пушкина, а еще три события. Снежная луна, затмение луны и комета. Этот день поворотный. В этот день надо делом себя заставить делать хорошие дела, и вся жизнь пойдет по-новому. Для земли, для людей, для государств. Так что это поворотный день. Это не я сказала, и не экстрасенсы, а это научное заключение метеорологов. Так что имейте в виду, сегодня поворотный день. Будьте счастливы на будущее, и мир вам всем. Спасибо, Нина Павловна, с добрым пожеланием. Вам тоже доброго здоровья, прежде всего, крепкого здоровья, еще много-много лет и счастья в жизни. Спасибо вам за какой-то успех. Давай, Нина. Еще есть один желающий. Нина Павловна, здравствуйте. От всей души я вас поздравляю. И я должна вам сказать, когда висели эти работы у нас в Музее уральского искусства, я проводила занятия, так, встречи с искусством, с малышами совсем, с дошколятами. И вот мы вот этого Робина Бобина узнаем, читали его стишок, этот, как он подкрепился натощак и съел теленка утром рано и так прочее. А Алису в «Стране чудес», ребята, как узнавали все вот эти детальки, и кувшинчики, и все-все-все этого кролика. Вы знаете, с таким удовольствием дюймовочку рассматривали. Говорили, ой, а мы, когда мы говорили о технике, что там листочек, да, закрашивается, мы тоже так в садике делали. Вот так вот. Я говорю, вот видите, из вас, может быть, тоже когда-нибудь настоящий художник. Так что вас любят дошколята Ирбита. Спасибо вам. Спасибо, спасибо. У меня был случай по поводу этих сказок. Одна искусствовед, у нее мальчик, 3 годика был. И вот когда вот книжки разошлись, большой тираж был тогда. И она приходит ко мне тоже, чтобы интервью взять, и говорит, а вы знаете, а мой, ну вот называет имя, я уже забыла, сидит на горшке и лижет землянику, которая растет в море. Так что это была самая лучшая оценка. Вот так вот. Огромное спасибо. Вам спасибо за все. Всего хорошего, вам здоровья. Всего вам доброго.
Счастья вам всем. И вам тоже. Отлично. Целую. И будь здоров и счастлив, и также энергичен. Спасибо. На будущее. Спасибо. На много лет. Ты спасибо, нам очень нужен. Да, конечно. Ну, всего доброго. Удачи вам. И здоровья. Спасибо. Ну все, только открытые.